Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В этом коротком видео я расскажу вам о маленькой бесплатной библиотеке. В Америке существуют вот такие шкафчики, где люди приносят книги свои, или же обменивают, читают и обменивают на другие. И они обычно находятся в парках, вот в таких шкафчиках. И это написано, что это бесплатная маленькая библиотечка. Ящики для обмена книгами играют важную роль, обеспечивая круглосуточный доступ к книгам для читателей всех возрастов и слоев общества. А управляет маленькими бесплатными библиотеками некоммерческая организация Little Free Library, базирующаяся в Гудзоне, штат Висконсин, США. Она имеет более 125 тысяч библиотек в более чем 100 странах мира. Ее цель – расширить доступ к книгам для всех через глобальную сеть библиотек, возглавляемых волонтерами. Вы также можете присоединиться к движению и открыть такую библиотеку в своем сообществе. Просто свяжитесь с ними на сайте littlefreelibrary.org. Я покажу и расскажу вам еще очень много интересного про Америку. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша Зажигалочка.